ты, Олегович, даешь. Ну что, опять накосячил? Ладно, жди, замри, сейчас приеду. Все, скоро буду. Стоять, мужчина! Это что опять случилось? Да ничего, Олег, опять. Ну, типа... Без типа. Ну, короче, Машка его отфутболила, он хотел ее встретить, там сидит. Не надо ехать, Юль! А с Максимкой кто останется? Я сейчас в клуб убегаю. У меня репетиция с Тиной. Юлия, во-первых, не с Максимкой, а с Максимом Ивановичем. А во-вторых, у нас такая большая семья, что вероятность побыть одному хоть 5 минут стремится к нулю. А вот и дядя Руслан. Доброе утро. Доброе утро, тетя Юль. Доброе, доброе. Так, давайте за стол, пока тепленькие. Максюша, ты заканчивай пирамиду строить. Это не пирамида, а скорректированная модель Пизанской башни. И я не Максюша, а Максим Иванович Бобов. Ого, какие мастера важны. Ты кушай, Иваныч, я тебе еще стройматериал впеку. Ты давай сметанку не забывай, чтоб кладка надежнее схватывалась. Утро взрывает мозг, осколками сыплется агрессия, впивается в душу апатия. Тиночка, ты гласные тяни, согласные тянуть не надо. А ладушки утром сгоняют в депрессию. Yeah. Сечешь фишку, мелкий. Эта сладкая тема по жизни не катит. Если не катит, давай кашей завтракай. Как вы думаете, Земфира тоже начинает каждое утро вот так? Ест саладушками? Ага. Всем привет. Доброе утро. Доброе-доброе. Давай, садись, завтракай. Ты он бледный, как моль на диете. Угу. Двухминутная готовность, Олежик. Понял. Стоять, куда намылились? Поможем отцу фрукты разгружать. А то он уставший какой-то последнее время. Чуть не того. Это он из-за клуба переживает. Но ничего, держитесь, братцы. Да что клуб? Мы скоро сможем выкупить концертный зал в центре Москвы. Да нет, что концертный зал? Мне кажется, мы скоро сможем покупку станции «Мир» потянуть. Из вод Тихого океана тянуть будем. Угу. Так, Олегович. Не точно все. Юля. Юля. Ну, в общем, это женщина, которой Бобов спас жизнь. И она хочет благодарность сделать его президентом своей компании. Все. Опа. Вау! Вот это да! Она что, фея? А что такого? Может, она в ванне увидела добропорядочного человека, которому можно доверить компанию? Ну, Бобов? Бобов скромный человек. И он думает, может ли он принять такой щедрый подарок или нет. Все-таки не зря мне этот сон приснился. Не зря. Какой? Ну, будто бы лежу я в джакузи, все вокруг бурлит, и плавают вот такие золотые рыбы. И кружат вокруг меня, и кружат. Рыба к беременности снится. Ну, Руслану это не грозит. А ты откуда это знаешь? Тебе, Руслан, скоро на голову упадет аквариум. Отсюда и рыбки, а аквариумный кислородообогатитель создает эффект джакузи. Вот если бы у нас Максимилион составлял сонник, люди бы вообще от психиатров не выходили бы. Между прочим, рыбы снятся к прибыли. Ну, ничего. Прорвемся. Почему я не унаследовал твой оптимизм? Шах и мат. Что это? Уведомление. Чиновник из управы принес. Противный такой. Если мы через 2 дня не заплатим, клуб опечатают. Посоветовал вещички собирать. Ничего. Так, золотая рота, безвыходных ситуаций не бывает. И не надо так тяжело вздыхать. Это шах, но еще не мат.
У нас сегодня концерт. Вот и соберем деньги. Купим каждому члену семьи по чупа-чупсу. Маш. Концерт это, конечно, хорошо. Пап, ты думал о предложении Лозинской? Оп. Вся семья в курсе, а? Ну, Юлька, ну прямо информационное агентство ТАСС. Да думал я. Думал, поэтому и Максу проиграл. Не, ты проиграл, потому что пешку зевнул в дебюте, и защита каракам вообще не твой конек. Ты меня поучи еще. Ну, а ты-то что думаешь, а? Пап, я думаю, что это, конечно, шанс. Но тем, у кого есть деньги, нельзя доверять. Я боюсь. Ну чего? Ну чего ты боишься? Спокойно, я не дам вас в обиду. О, прорвемся! Ты мой сладкий. Слышал. Я прошу тебя, сделай так, чтобы на концерт пришло много-много народу, чтобы мы заработали кучу денег. Тут надо подумать. Я же шахматист, а не музыкальный продюсер. Некогда думать, папе деньги нужны. Гроссмейстер, миленький, ну пожалуйста. Так, это не мат, это пат. Прорвемся! Ух ты! Ничего себе! Повелось, что любви тепло согревает нас в самый трудный час, но в жизни яркий свет даст простой ответ. Мы все можем вместе, знаем, что один не смогу идти, если впереди трудные пути, в жизни яркий свет даст простой ответ. Мы все можем вместе, все равно разгонит небо тучи, все равно все будет даже лучше. Самое главное, если рядом ты и я, самое главное, вместе мы одна семья. В чем-то мы сильнее, чем время. Самое главное, если рядом я и ты, самое главное, вместе сбудутся мечты. Нужно просто жить. А что такое особнячок? Ну, то есть это какое здание? Максимка, это что-то вроде нашего клуба, только побольше. И с бассейном. С бассейном? Да. Спасибо, тетя Люсь. Ты понятно объясняешь, не то что Руслан. Тогда поехали. Тогда проверь свои игрушки, а то потом будешь говорить, что это я ничего не собрала. Это кто? Это-то, кажется, наша новая тетя. Обалдеть, Русик. Ты вообще... Максим, давай быстрее. Ну, что ты возишься? Максим! Ты потерял что-то? Нет, все здесь. Ну, все, давай. Тарзан? Ой, ну слава богу.